в полном обмундировании на высоте многоквартирного дома. В Ленинском районе продолжают очищать крыши от ледяных наростов. Каждое утро на борьбу с сосульками выходят альпинисты-кровельщики. Они проверяют свое оборудование на базе, получают допуск на высотные работы. Затем они приезжают на объект, одевают все оборудование на себя, поднимаются на кровлю, прицепляются к ограждению и начинают работать. Только в Ленинском районе более 900 домов со скатными кровлями. Это, как правило, малоэтажное жилье и хрущевки. Приступая к работе, коммунальщики огораживают территорию сигнальной лентой. А во время всего процесса прохожих предупреждает работник бригады. На этот сезон в районе подготовлено 26 кровельных бригад. На сегодняшний день в Ленинском районе подлежит очистке 129 кровель. Работает сегодня 8 бригад. Опасных кровель на сегодняшний день нет. За расчистку кровель и безопасность прохожих в Ленинском районе отвечают 51 управляющая компания и 94 ТСЖ. Их работу контролируют сотрудники администрации. Только за зиму было выявлено 94 нарушения, 85 из которых устранили сразу. По двум управляющим компаниям, которые допустили 9 нарушений, материалы направлены в государственную жилищную инспекцию для привлечения к административной ответственности. А вот за отсутствие ледяных наростов на козырьках балконов и кондиционерах должны следить собственники помещений. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.